Всем привет! Сегодня у нас 5-й выпуск. Я расскажу о изменениях в нашем снегоходе, и мы немножко покатаемся. Итак, как вы видите, мы закончили делать облицовку передней фары. Сделана она у нас из ABS-пластика толщиной 3 мм. Также ABS-пластиком мы потихоньку обшиваем моторный отсек. И из этого же пластика мы сделали вот такую панель приборов. В дальнейшем мы сюда поставим тахометр и датчик температуры. В комментариях к видео вы просили показать, как наш снегоход преодолевает подъемы, уклоны, спуски. Здесь мы вам это и покажем. Сейчас мы проведем замер скорости снегохода по глубокому ненакатанному снегу. По пухляку наш снегоход разогнался до 33 км в час. Теперь мы попробуем разогнать его по укатанному снегу. Скорость нашего снегохода по укатанному снегу составила 52 км в час. В ранних выпусках мы вам говорили, что будем снимать ролик про ходовые испытания данного снегохода с 13-сильным и дальнейшее их сравнение. К сожалению, данное видео у нас снять не получится, по той лишь причине, что тот снегоход был продан. Но по личным ощущениям я вам могу сказать, что разница между двумя этими снегоходами небольшая. Да, этот снегоход немножко опережает 13-сильный, но по ходовым качествам они примерно одинаковые. Ну и теперь самое главное. У нас для вас есть хорошая новость. Мы начинаем новый проект уже 3-го снегохода, который будет построен на более мощном двигателе 22 лошадиные силы, на более длинной гусенице и более доработанной раме. Весь процесс постройки данного снегохода мы постараемся вам показать в наших выпусках. Какие-то детали на него мы уже заказали, что-то уже купили. Так что весь процесс вы увидите. Следите за нашими новыми видео. Всем пока!